Добрый день. Это журнал «Автодела». Меня зовут Роман Клопотов. И тема нашего сегодняшнего выпуска – это очиститель стекол. В данном случае речь пойдет о пенном очистителе стекол компании «Ликвимоли». Любая дальняя поездка сопряжена с большой нагрузкой на водителя. Ему необходимо постоянно концентрироваться, постоянно содержать внимание очень много факторов, движущиеся объекты вокруг него. Наиболее сложными часами являются утренние и вечерние часы, когда солнце находится очень низко, и любая грязь, которая находится на лобовом стекле, снаружи или внутри лобового стекла, начинает бликовать и повышая тем самым нагрузку на зрительное восприятие водителя. Он просто из-за бликов может не заметить какое-нибудь событие на дороге. Для того, чтобы облегчить ему дальнюю дорогу, необходимо вычистить перед дальней поездкой стекло. Составов для очистки стекол очень много. Но я бы хотел вам представить состав, который безопасен для автомобиля и который эффективно удаляет любые отложения на стеклах, будь то битум, грязь, силикон, масляные отложения. И главное, что им очень удобно обрабатывать стекло как снаружи автомобиля, так и внутри автомобиля. Сделано это потому, что данный состав является пеной для очистки стекол. Наносится он очень легко. Для этого необходимо сначала взболтать баллончик, после этого попрыскать состав на стекло. Как видите, состав пенный, пена ложится на стекло, обладает мягкой отдушкой и не стекает с него. Это позволяет веществам активным, которые находятся внутри состава, воздействовать и убирать отложения. После того, как вы нанесли его, нужно подождать буквально минуту, после чего растереть состав и высушить стекло. Что когда после того, как я растер стекло, остался немножко состава, он сейчас просто испарится, не оставив никаких разводов. Но самое что главное, что этим составом очень удобно именно пенным обрабатывать стекла с обратным углом, то есть изнутри салона. Давайте пойдемте, я покажу, как это делается. Опытные водители знают, что для того, чтобы сделать стекло идеально прозрачным, очистки только внешней поверхности недостаточно. Внутри стекла автомобиля скапливается грязь, скапливаются там отложения никотина, отложения от составов, которыми вы, например, чистите торпеду, и они начинают очень сильно бликовать на солнце, особенно на низкосидящем солнце. Для того, чтобы их удалить, как раз наилучший способ – это воспользоваться пенным очистителем, который держится на поверхность, который не будет капать на торпеду, не будет его портить. Например, в этом автомобиле торпеда очень простая, она обычная пластиковая. А если мы возьмем какой-нибудь дорогой автомобиль, где используются различные дорогостоящие материалы, например, эко-кожа или современные пластики, на них нельзя, чтобы попадали составы, моющие составы, иначе они будут составлять пятна. Именно для таких случаев очень хорошо подходит пенный очиститель. Он, во-первых, нейтрален, а во-вторых, удерживается на лобовом стекле. Перед применением встряхиваем и наносим. Состав чуть имеет отдушку и чуть-чуть отдает на шатырем. Сами прекрасно знаете, что составы, в которые содержится на шатырь, являются наиболее эффективными для того, чтобы очищать стекла. Опять же, ждем буквально 30 секунд, пока состав сработает. Потом стираем его тряпкой. Насухо вытирать даже не нужно. Пленка, которая останется здесь, она самостоятельно испарится, оставив стекло идеально чистым. Ну что ж, вы подготовили автомобиль к дальней поездке, очистили стекла при помощи пенного очистителя Ликвимоли. Отличное решение, это позволит вам меньше уставать в дальней дороге.